Завершение червеня и початок липеня похмурные и дождливые. По прогнозах, протяглые выходные не порадуют теплом. Завтра у день у столицы каля 18 тепла, мощный ветер, порывы до 15 метров за секунду. У неделю так само опадки, ветер крыху супокоится, у ночи похолодая, плюс 10, а днем максимум 13 с плюсом. В понедельник, 2 июля, погоду в республике продолжит формировать высотный циклон. Поэтому будет временами идти дождь с порывистым ветром. В Минске ночью около 8-10 градусов тепла, днем не выше 11-13 градусов. И также временами ожидается дождь. Поводле попередних прогнозов на свято 3 липеня крыху потеплее, у дзённых гадзіны до плюс 17. Але у Минску и в области прогнозуются короткочасовые дожди.